Сегодня 19 ноября. С 6 утра, чуть пораньше. Ветер пьянит. Все, забираю. Рекламу унесло вот с той стороны. Электричества нет. Стоят трамвайчики все. Околели. Но это еще не все. Это кто такой от нас там валяется? Сейчас подойдем. Остановку. Остановку унесло. Как повезло кому-то, что машин не было. Остановка новая. Где-то поставленная месяц назад. Они что, не знают, что у нас ветра бывает? Ага. А еще метеорологам спасибо. Ветер. А он тут забуздырит метров 20-25. А может того больше. Все летит. Вот она красота. Вылеживается. Вместе с пепельницей. Ну а мы идем дальше. Ветрище караул. Прям толкает в спину. Лететь охота. Светофоры тоже не работают. Тетю. Ходите как хотите. Ничего, люди справляются и без этих подсказок. Ой, а где базар? А базар улетел. Это о чем говорит? Это говорит о том, что администрация нашего района делает все тяп-ляп. Лишь бы, как бы. Вот и все. Все улетело. Ау! Хорошо, наверное, что никого не зашибло еще. А если бы зашибло? Тут пепельница вон какая. Кто-нибудь наступит нафиг ночью и голову сломает. Вот она, родимая. Не заехать, не проехать. Пожалуйста, во. Пошел процесс. Новобайдаевский. Это Сбербанк. Его только что открыли. И что-то откуда-то прилетело. А он с магазина, наверное, с золотого. Олото. Долото. Разбабахало все. Вот оно все валяется. Я бы не хотел, чтобы кому-то прилетело. Пойдем дальше, посмотрим. На хлебницу тоже оторвало немножко. Свет есть. Там были у них автономное какое-нибудь питание. На крышах жесть тоже вон сорвало. Ой.
Вот они шевелятся. Листы шевелятся. На этой тоже. Где-то. А вон он болтается где-то. Вот это вот. Ветер, ветер, ты могуч. Навалял ты много куч. Или разнес ты много куч. Шахтеру 28. Вот валяется. Там ветки валяются. А здесь что у нас валяется? А здесь вместе с корнем вывернуло. Но здесь еще повезло людям, видать. Он как-то немножко по диагонали лег. А если по прямой? Ну, как-то так. Ну, тут немножко тоже ветерок попакостил. Но это самая малость. Чухон. Карагач весь вывернуло. Или какое это дерево было. Детский сад напротив. С двух сторон. Но я надеемся, что никого не прихлопнуло. А вот в центре, говорят, плохо дело. Там баннер упал на женщину. Ну, говорят. Можно поискать в интернете. Ну, у нас чуть терпимо. А вот следующее. Сейчас кино мне прислали. Смотрите. Все. Там человек. Стою, значит, я жду клиента. Знак, как шевелится, да? Просто женщина стояла, все нахуй. Все. Пиздец. Рядом со мной, просто нахуй. Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой. Поглядите, что творится. Крышу всю снесло у дома рядом. Такой ураган. Это просто кошмар. Даже боюсь на балконе стоять. Посмотрите, что... Ой. Это просто конец.